Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Дом и Сад. Очень хочется показать вам розу, которая растет у меня перед домом. Я прошу сразу прощения за шум машин, потому что проезжая часть. Прошу прощения, но уж очень хочется показать вам эту розу. У меня она растет как почва покровная. Эта роза называется Боника 80. Одна из самых успешных и широко распространенных из современных роз. Она популярна благодаря своей силе роста и обильности цветения, а также возможности использования в различных целях. Она одинаково хороша в качестве шраба, почвопокровной розы, ландшафтного растения и при высадке в контейнерах. Цветки бледно-розовые раскрываются из ярко-розовых бутонов и быстро выгорают до почти белых, особенно в жару. Вот так вот. Розовый, ярко-розовый, бледно-розовый и почти белый, когда цветет. Мне очень нравится еще, что эта роза самоочищающаяся. Вот так лепесточки опадают и остаются вот такие чашелистики. Если эту кисть после цветения не обрезать, на конце из этих вот цветочков потом появится шиповничек. Красные плодики. И зимой этот куст стоит тоже очень декоративный и очень красивый. Сорт формирует густой, округлый куст, который может достигать 1,5 метра в высоту. Но лучше выглядит при обрезке весной наполовину высоты. Цветет практически непрерывно. Эта розочка вырастает довольно большим кустом, объемным и очень хороша в бордюрных посадках. Посмотрите, какая красавица! При должном уходе эта роза довольно неприхотлива. Совместные посадки с лилейниками очень хороши. Розочка отцветет, будет отдыхать, я ее обрежу, отцветшие бутоны обрежу. И лилейник будет радовать меня своим цветением. Одно растение, один цветок сменяет другой. Сзади у меня голубика. А на заднем плане тоже розочка, которая очень хороша. Это плетистая роза Пьер де Дорансар. Так называемая роза Эден. Бесподобно хороша. Я ее обрезаю очень коротко, не даю ей воли, потому что она имеет очень плотные толстые побеги и поломала мне все подставки и все Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Я надеюсь, что вам очень понравились эти розы. Напомню еще раз. Роза Боника 80. Очень обильная красавица. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.